Хей-хей, бездельники, вы на канале Бездельник, с вами Бездельник, и мы продолжаем играть в игру Elden Ring, легендарнейшее прохождение. Это с вами уже у нас 9-я серия. В ней мы хотели продолжить исследовать тот участок, который у нас открыт, и где мы уже, в принципе, многое сделали, но осталось ее до конца зачистить, посмотреть, что здесь есть, чего здесь нету, победить всех монстров, мобов и боссов на ней. То есть это вот этот участок. Болото мы уже с вами все изучили, кроме вот этого вот уст. И вот этот вот огрызочек, получается, он у нас остался. Нам нужно как-то спуститься туда вниз. Как-то. Безболезненно. Вот. И вот тут сверху все изучить. Драконье причастие мы еще с вами в предыдущей серии посмотрели, но... Да. Ну, кажется, ребята расшибались. Да. Легко сказать. Жесть сюда, что ли? Руки наврали. Двойной прыжок, получается, не спасает, да? Не верю. Не верю, нужно пробовать еще раз. Нет, вот одна попытка. Не верю. Мне кажется, все можно сделать. Так, надо вот здесь. И сделать там крючок. О! Скилл! Мне вот это вот один раз вообще. Подмышка не мокрая была. Нет, нормально. Даже не вспотел. Даже не вспотел. Так. Теперь нужно аккуратно, не повторяя вот еще раз сюда вот этих кубов, изучить все с первого раза. Тут что? Это кто? Это зачем? Давай-ка спешимся. Кстати, ребят, я забыл посмотреть. Я забыл посмотреть по поводу осколка. Это там руны или что? А волк почему вообще не хочет ничего делать? Тонкий звериный кость. Но он чуть нас не скинул. Или Трина. О, это. До сих пор, кстати, как вы видите, багуется эта тема. Поэтому мы не сможем использовать молитву. Ну да, волк такой подставной здесь. Засланный казачок. Угу. Так, что еще пишут? Впереди умиротворенность. Да, то есть можно не париться. Не верю. Что такое? Во-первых, дядя какой-то очень высокий ходит. Там краб. И дикий фриз был. Прям дичайший такой фриз. Неожиданно. Блин, что-то я не верю, ребят. Нормально, нормально. Катиться можно. Дальний бой не поможет. Чуть серьезно, он бешеный какой-то. Не хочу с бешеным сражаться. Да, короче, за кадром я не посмотрел. У нас стало здоровье больше. Всегда. Или нет. Баф был. Иконка баф пропал. Ух ты ж. Я понял. Угу, понимаю. Реально больной, да? Это один самый главный здесь? Кстати, но только на коне. Без коня никак. Хорошо, удар сделал. Понял. Главное вовремя уворачивать. Угу. Нормас. Вот это не нормас. Блять, ну вот так сразу в начале серии, ну пиздец. Он быстрее ударил. О, получилось. Или... Хорошо. Нет.
Готов. Готовый, молодой. Трошку не заниматься. Пепел войны, гравитас. Видишь? Руки смогу молять. Прикольно. Кстати, не посмотрели, какой пепел войны еще. Выбили с того скоробея, который был. Как его? Крабов. Аккуратно сейчас изучим еще весь берег. Поднимемся. Там уже посмотрим этот пепел. И другое, все, все посмотрим. Будь аккуратно, да, можно. Мы еще потоки воздуха с вами не использовали. Что много погибло. Это выглядит сейчас еще, да? Комок плоти. Чем малышей своих бьешь? Не бей. Ой, мне понравилась твоя серия. Удар. Лоу. Мистер Крабс, новый лох. Яйца краба. Мог плотин. Я все, больше ничего не охранял. Вовник. Ой, да, 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 вот это хорошо, бред писать. Тут упасть можно. Ставится роскошный вид. Угу. Уже послушал вас там вот этот злой человек. В прошлой серии как пиздыкнулся. Кто не видел, ребят, смотрим. Вон там вот. Серийка сейчас предыдущая выскочила, так. Все хорошо, давайте заниматься. Равное делать аккуратно. Я просто хз как. Сталкивались. Перепок. Там прыгать. Вау. Ага. Главное не забывать делать второй прыжок. Наверное, от этого можно было бы погибнуть. Так, все, хорошо, давайте смотреть теперь, что за пепел. Такой. Комок. Комок, что? Понятно. Пепел. Умножение клинка. Технику убийцы страны тростника. Примите спокойную стойку. Положите клинок в ножны и держите его у бедра. Затем проведите слабую или сильную атаку, быстро рубящий удар. Только для катан, наверное, да? К среднему и крупному оружию способны наносить колющие атаки. Понятно. А вот это гравитас. Техника алебастровых повелителей, чья кожа была подобна камню. Вонзите оружие в землю, чтобы нанести врагам урон с помощью гравитационного поля. Угу, то есть только себе притягиваешь. Понял. Но у нас разный сейчас весь пепел. Ни одного похожего. Друг на друга нет. Так, все, хорошо. Здесь тоже, кстати, тупиковые темы же, да. Но мы можем поставить сейчас сверху, кстати. Не обязательно туда спускаться, мы в прошлой серии там тоже все забрали. Тут только яйца краба были. Опять нас скамили. Ух ты ж, там цветок большой какой. А, можно приближать, я не знал, да вот. Пойти можно? А, вон там мост есть, угу. Это древо Эрт, кстати. Аккуратно. Чёрт, я не испортил опять. Ладно, не будем баловаться. Да, вон там собрать. Ты испугался, что я не могу сделать лишнее движение и пизданемся. Опа. Они нам не нужны, да? Как проходит? Так, мужики. Мы не стреляем. Мы просто наблюдаем. Ой, тут белочки сношались, кажется. И правильно делали. Лучше занимайтесь любовью, а не вот этими вот боями на мечах. О, ну это. Тут я вас прям не мог не ударить. Вот такие сладенькие пирожки. Так. Серьезно, только двое? Сова. Спящее яйцо. Сразу хочу извиниться перед Гринписом за убитую сову. Ну, потому что, блядь. Первый раз ее повстречали. Кажется, она реально вот эти спящие яйца, они
достаточно редки. Давайте, кричите, бешеные. На, здесь крупные. Они что-то охраняли, не зря мы на них напали. Крупная дубина. О, она вот, наверное, такая же. Я, мы же ударить должны были впервые. Ладно. Итак, и так сойдет. Так. Угу, можно еще выше? Да, мне кажется, вопрос, вот ее спящее яйцо, это достаточно ценный утец. Давайте посмотрим снаряжи. Дубина. Мы ее взять, наверное, не сможем. Где она? Ну, конечно, сила 22. Куда нам, блин? Пандура. Какой у него ничем даже. Угу, снизу-то можно все до конца изучить. На этом все, то есть. Получается, с этим отклеением, да? Я про это имею в виду. Вот, снизу смотрим, смотрим, знаете. Что это? Ловушка была? То же самое, да? Мастер пока не здесь. Впереди атаковать засады, но слабый враг. Угу, понял. Скинуть, да, наверное, хотите скинуть в ущелье, да? Так, вот сова. Ладно, не будет пока убивать, пока не пойму, для чего эти спящие яйца нужны. Но полюбас ценные. Вон, я вижу там след крови. Обломок руин. Ну, понятно. На хуйню какую-то, что улыбать? Я хоть и байчусь, но пизды дать могу в ответ. Не трогаем. Друг, ты пытался, ты пытался. Но на самом деле тоже какую-то секунду задумался, что так можно. Но нет. А ты как это сделал? Просто упал, разбежался, упал. Может быть, это любовник. Ой, тут да. А, вы... Так, аккуратно. Действуй. Да вы врете. Не получится, я уже понял. Так, я хочу опять спешиться. Он... Я просто не доверяю потоку. Он так это близко подходит к краю. Что, я сделаю поворот, и он может упасть. Ну, понятно. Это вранье. Никак здесь путь не сократить. Просто тоже байтит, байтит. Ну, это сильно интересно. Интересно, они это сделали. Так, все, получается, тут мы все сделано. Все собрали. Вот, да, вот это ответвление. Роща такая небольшая. Угу. Идем, получается, здесь поверху и попадаем на опять этот воздушный поток, который нас куда-то сейчас приведет. Оп. Один череп. Поем халяву, что? Халявные 200. Опа, чирик, как говорится. Нужно в нужную сторону смотреть, да? Угу. Отлично. Кто-нибудь есть? Кто-нибудь есть? Что-нибудь есть? Ничего. Так, аккуратно. Не закинул, кстати, опять. Ну, не опять. Не опять. Мы еще не закидывали так тупо. Только случайно эту клавишу нажимали. О, там узилище опять. Вижу этих каменных. Впереди пещера отсутствует. Да, кажется, будто бы углубление такое, что там что-то есть. Можно призвать, получается. Узилище опять можно с кем-то сразиться. Тут можно спрыгнуть, а тут по этим печатям подняться. И тут еще мост, который тоже, наверное, кто-то охраняет. Хорошо, давайте потихоньку все изучать. Полился? Угу. Тут все уже обрыв. Тут
Кстати, тоже с цепом. Понятно, переборщил, в себя поверил. Впереди требуется навык. Сюда, чтобы запрыгнуть? А смысл какой? Ой, тут как много. Не мешаю, не мешаю, ребятишки. Зайчишки, ребятишки, я не буду мешать вам. Просто пройду. Кстати, стрекоза золотая, по-моему. Побейте. Может, спокойно поможем, пацаны? Ну да. Спокойно. Угу, болт. Хорошо, знаете, что хочу сделать? Я хочу сейчас выйти на эту главную дорогу. Угу. Посмотреть на нее. Там изучить это узилище. И пройтись по ней, вернуться там, где были крабы. Там, где был вот этот незнакомец, с которым мы общались. Это что, просто клин марки? Угу. Давайте, понятно. Да. Я не знаю, есть смысл отмечать узилище? Кажется, у всех узилищ очень сильные враги вон там. Помещаемся в какой-то вот этот мир. Там начинается пиздос. Сколько с них, кстати, можно золотать? Ну нет, 39 тоже не имеет смысла их мочить. Как там орлы просто. Тут получается торговец, да? Нет, вот тут торговец. А что под этими развалинами? Ладно, давайте смотреть. А, это там, где бой был. За ними получается, да? А тут уже проход в рощу, куда мы тоже уже ходили. Хорошо. Значит, правда, эта часть уже изучена. Не забывайте, да, это дотошное прохождение бездельника, я сразу вам говорил. Это 100 плюс серии. Никак иначе не может это получиться. Какова игра? Кстати, странно, что мы не видели это место благодати, хотя были с этими крабами. Да, и тут еще что-то с кем-то можно воевать. Хорошо. Там что у нас по руну можем? Так потихоньку прокачивать, чтобы не забывать. Да, можно, наверное, прокачаться. Разочек. Да, давайте силу вкачаем до 14, чтобы посмотреть, как можно будет орудовать болтом. Ой, болтом, арбалетом. Угу, это вход в какие-то шахты, что-то не да. Там какой-то всадник. Но это самые простые бомжи. Как бы даже бывает-то нет смысла, потому что очень мало дают его. Угу. А, это из Кайдена какой-то всадник. Это же тот самый воин из Кайдена, у которого мы сбивать или как его. Мы его пушку выбили. Ой, вот это неприятно было. Мы тоже умеем сбивать. Ты что думал? Ну это вот эти вельможи, да, получается, которых мы призвать можем. Это один из них маг, которого тоже можно призвать, но он один. Давай бесячий с огнем. Понятно. Не то хотел сделать. Ну ты крикливый.
твою мать. Но это уже слишком поздно. Я смотрел, что это крупное. Вообще караван какой-то идет. Собаки лают, караван идут? Идут. Идет. Идут. Этим. Невыносимый факел просто же. А чё стоишь, фоткайся? Давай расчехляйся. Поблутали его там? Да, с них только рябина падает, да? Так, здесь обломки и все, да? Так, хорошо, это мы где уже получается? Вот тут. Угу. Чтобы понимать, все ли мы заплатили. Можно вниз спустить. Кажется, может быть. Пишет. Компания является видением, да? Блять, там эти тролли, чертовы. Имеет смысл вниз спустить? Там, если что, им на перерез выйдем и... Ну, поднимемся мы там чуть дальше. Это будет собак, собак. Впереди ценный предмет. О чем он? Какой ценный? Где предмет? Ребят, ничего не вижу, ничего. Мы просто подняться. И вообще про караван. О чем бы? Никаких собак. Блять, не. Опа, а вот предмет, да? Это лук. Да, это просто обычный лук. Тент. Угу, получилось запрыгнуть. Так, караван уже налево пропер, да? Не знаю, на руку нам это или не на руку. Получится ли у нас с ними сразиться? Оп, кто-то сидит, да? Внешний камень мрака. Мы грустим. Вы не грустите. Угу, тут тоже лутецкий. Там все. Так, это уже... Мы там с вами не были, кстати. Нас там с вами не было. Нам там тоже надо побывать. Вера? Нет. Потому что проход. Так, ну тут мы сможем подняться и выйти на караван. Блять, там два этих гребаных тролля. Мы с троллями еще, которые живут на поверхности, не воевали мира. Там их целых два. Еще вся эта безобразие. Угу. Угу. Караван очень медленно идет, правильно? Да, а тут, кстати, еще скрабей. Там воин Кайдена. Угу, хочу пепел, твердость духа. Давайте кончику с этим уже разбираться. Так, просто закрутили, все отлично. Устраивает, так. Застряли. Максимально тупо было, мы просто застряли. Марикина. А, ага, я понял.
Где караван? А, вон, караван там вдалеке. Угу, понял. Так, пепел надо будет еще проверить. Давайте этих тоже грохнем. Ну, мало ли, еще потом прибегут туда. Захотят там помочь. Так, давайте пепел сразу глянем, что он. Это пепел. Твердость духа. Техника рыцаря, принесите оружие к лицу и поклонитесь, не отступайте. Это усилит следующую атаку. Пепел применю только к среднему и крупному вооружению. Да, кстати, норм. Ну, я просто не раскручиваю. Это моя ошибка, на самом деле. Не раскручиваю. Как это делать? Меня не убудет, но... этих переможет все-таки, да, убивал, потому что не могут реально помешать. Вот как нас они помешали, они просто нас застопили чисто случайно. Королям пофиг, сзади каравана никого нет, да, там по сути только вот один он из Кайдена вдалеке. Понял. Пойдем, нет? Понял. Ты, кстати, попадешь, да? Ой-ой-ой, вот это было больно. Ну, урон не прошелся. Ну все, вы нахрен не нужны. Мы будем с великанами разбираться, наверное, один на один, да? А призвать там, кстати, можно где-то кого-то? Понял. Удобно, блядь. А, все, вы просто встали? Все, хоп. Попочку добили. Отлично. Мы, кстати, с каравана уже что-то можем залутать, или пока нет. Да, мы могли даже их не убивать, по сути. Потому что там такое вкусное. Большой топор. Серьезно? Ради этого? Да нет, подождите, как убивать? Да ладно, что? Ну-ка. Вы же для видели, у вас там раны какие-то. Старые. Ну, а это можно наплевать на цепочку, да. Наверное, в тот момент, как раз, когда мы сундук обыскали. Так что, может быть, его не надо было обыскивать, пока мы второго-то не замочили. Это мы не узнали сами. Имеем то, что имеем.
Кстати, в прицеде выносливость устанавливается. Быстрее. Что-то сверху смотреть. Мне это бесит. Я не понимаю, почему. Он вот этой херней занимается. Угу. Он горланит там гораздо просто, да? В любой момент. Угу. Блин, ребят, может я какую-то все-таки комбинацию клавиш зажимаю, что у меня такое происходит? Не вкуриваю, какую я мог. И нас слышит. Значит, что происходит. Бывает. Вот это поворот. Они меня столкнули или... Да, они столкнули. Только они не замочили. В чем это тоже за карту, что я выходим, да? Нужно искать следующий. Блок карты. Угу. Окей, ну вот как раз, наверное, в этой серии мы уложимся. Изучить. О. Это часть, которую мы хотели. Да. О, росток. Чудесный росток золотого древа. Твоя кристальная слеза созрела? Уничтожить его нельзя. Но по поводу кристальной слезы, это мы, кстати, знаем. Мы знаем, с помощью нее можно улучшить... Ну, не флягу с эстесу. Ну, вы, короче, поняли. Как же тут он застревает? То она, конечно... Точно птичья лапка. А ножи пехотинца. С помощью слезы мы можем улучшать флягу багровых слез. Ну не только багровых, а любых. Можно призвать. Потому что... Песня. Эх. Так, а сверху есть что? Мусор, да? Ой, ты потом еще и воняешь. Интересно, интересно. Тут еще и катакомбы какие-то, да, идут тут. Ну, я думаю, надо спускаться и потихоньку их зачищать. Я бы не сразу к этому большому цветку. Это просто ульта. Ульта луны. Или санстрайк какой-то. Опа. Так, ну я думаю, конь нам здесь не пригодится уже. Давайте, может, пёсу? Пёсу вызову. Главное, чтобы после себя никакой яд не оставляли. Это облако. Блин, ну я правда не понимаю. То ли комбинацию, то ли чё. Кстати, в прошлой серии даже забыл про это. Хорошему быстро привыкаешь. В прошлой серии ни одного краша не было, как было до нее. Седьмой серии. Седьмой серии у нас были, блядь, постоянные вылеты из игры там, каждые 10-15 минут. От этого мы вроде избавились, но вот эта тема с багом. Не попал, да? Сейчас кусает основной цветок. Кстати, ванизм испугает мелкий. От себя ультуется ничего. Ля, ну ты крыса.
толстая. Нет, не только. А псу, кстати, похер на этот яд. Ну и цветку похер, по-моему, на гниль. Не, все, урон на гниль пошел. Ой, ну песика мы клево, да, взяли. Песик. Это все благодаря ловушке, это чертом. Культует под себя. Ну все, тут конец, кажется. Ну да. Так, урон гнилью наносит. Не будем рисковать. Да? Да, да, понемногу по 20 единиц там наносится. Ну давай быстрее. Сейчас самостоятельно же без меня помрешь. Все, отлично, так отходим. Ядовитый цветок, порошок Миранды, руна бедняка. Смотреть. Кстати, это тоже уже считай за карту уже. Вяленое мясо, выдержанное в зеленом целебном растворе. Создаваемый предмет. Это полезное вяленое мясо, это отсюда мы убили. Временно повышает иммунитет. От иммунитета зависит сопротивление ядам и болезням. Чем он выше, тем ниже вероятность подхватить недуг. Понятно. Ну да. Нашли. Так. Тут все, что ли? Это, да? Серьезно? Вот ради этого можно было призывать кого-то? Аказуалили, да я заказуалили. Сути же это просто моб. Угу. Понял. Так, нужно аккуратно спрыгнуть, получается, надо, да? Не получилось. А, катакомба еще. Супер. Я уже думал на самом деле уходить. Так и получится. Как это неудобно делать. Вы знали. Это просто жесть. Ну, ну как на это на геймпаде аккуратно это вернешь? Угу. Пешиться, кстати, сейчас нельзя. Сейчас можно. Лилия 3. Это все. Так, а Лилию Трины мы, кстати, с вами хоть раз читали. Почти увядшая бледно-фиолетовая водяная лилия. Материал для создания предметов встречается крайне редко. Символ веры. Святую Трину приглушает чувство, снижает тревожность. Нет, мы с вами не читали этого. Читали, и это получается так же, как лепестки вот чего-то какого-то красного растения. Тут достаточно редкие. Ну и отлично. Лутаем редкие предметы. Что еще надо? Топовые пушки, конечно. Еще чтобы вот этих багов не было и могли использовать нормально молитву. И баля. Прикол. А здесь где-то как бы... О, давай. Я просто хочу найти. Это, наверное, место благодати. Так, снизу мы там были, а сверху здесь не были. Место благодати или понятно, где клин марки. Какая-то фляги нам остановит. Ну уже хорошо. Хорошо, если там все-таки босс. Все пытаются вниз, да, спрыгнуть зачем-то. Буду много таких мастеров по прыжкам, которые просто погибают в конце концов. Кстати, зря надо было выпить сначала. Остановить здоровье, а после уже, после.
Тоже, да, можно? Нет, нельзя спать. А после восстановить кровь и слезы. А тут спуститься можно. Но это опять-таки тоже уже идет на новое место. Может быть, замок, не замок. Ну, я имею в виду на новое место, а там, где у нас еще не изучена спина. И карты нету. Я хочу сначала просто закрывать сразу зону, которая... Которая на карте открывается. Тут можно... Понял. Ух! Если случайно вовремя это сделал. Так, не, ребят, давайте не надо. Давайте без глупости. Вот туда как раз наверх, да? Да, и тут получается вот этот проход. Мы дело не изучили. Можно вот призвать. Вот. Так. Прям всем засыпали. Даже не знаю, с чего начать. Так, ну все, там вдоль обрыва мы прошли. Да, посмотрели. Теперь можно вот тут утонуть. Тут рун много, я правильно понимаю? Правильно. Угу. Волки с одной печки. Угу. Ну, кроме волчицы. Главное. И волки, получается, нам урон не наносят, они только поток урона наносят. Кроме... Опять-таки, кроме высокой волчицы. Потому что она из-за своего роста достает. Ну ладно, с этим тоже никаких проблем нету. Такие звериные кости. Тут, получается, мы сейчас собираем руны. И можем их пустить на прокачку. Сверху. Кто-то погиб даже. Ну, бывает, не осуждаем. О, а ты кто? Почему у тебя глаза светились? Обувь аристократа. Вау. Это аристократа? Так, ну и все. Получается, катакомба. Давайте попробуем руины поселения. Давайте пробовать смотреть. Босс или не босс? Ух ты ж. Я, кстати, не могу спешиться. Угу. Все-таки босс. Уголовый безумец. Мы только вот этих можем призвать, да? Очевидно, не очень полезных ребят. Но мы сейчас быстро нанесем. Кстати, очень хорошо урон наносим. А это еще и поджигает. Ой-ой-ой. Поджигайте, поджигайте, ребят. Кстати, они полезные. Не так у них мало здоровья, как я люблю. Ну все, готов. Реально неплохие, кто у нас были? Вельможи там, по-моему, да? Давайте гляну. Да, это вельможа. Не странствующий. Маг, очевидно. Было несложно. Радость сейчас не помешает. Здесь какой-то наёб там за стен. Так, а сколько дали рун за ним? Что-то мало, да? Как качаем силу, качаем ловкость. А меня так устраивает сила, ловкость. Или нет?
Да или нет? Так, еще раз. Что ловкость? Это. Ловкость же, это не стойкость, да? Улс поправил, пиздец, какой случился на голове. Так, берет урон оружием. Снижает время сотворения чары молитв. Добавляет крепче. Ага, вообще кайф. Берем, да. А стойкость только за выносливость, да, и нажимающий. Ну и на запас. Угу. Кайф. Давайте смотреть, что за дверью. Мадемуазель. Из погасших, верно? Ну надо же, какие чудеса. Меня зовут Селена. Как видишь, я чародейка. Что привело тебя сюда? Не Селли, Селена, как это может быть связано с тем магическим городом? Я хочу обучиться магии. А, ты жаждешь обучиться чарам блестящих камней? Твои наклонности, скажем так, далеки от идеальных. Но может быть, если повезет, удастся исправить ошибки природы. Но не стоит спешить с выбором наставников. Меня изгнали из Академии Рай Лукари. Как опальную ведьму, еретичку. Ты еще хочешь учиться у меня? Я все равно хочу у тебя учиться. А ты тот еще фрукт. Ха. Ну, конечно, бездельник же все-таки. Превосходно. Я буду обучать тебя магии блестящих камней. Только учти, нянчиться и сюсюкаться не буду. Так что жди горечи, юный ученик. Да, мадемуазель, мы всегда ждем горечи. Ага, все понятно. Здесь вот это вот такое. Но мы не маги. Мы никак не можем. Задумчивый кивок. Интересно, интересно. Так, не обидишься? Да нет, не обидишься. Так, хорошо. Давайте идти дальше смотреть тогда, да. Смотреть, руины почистили. Я бы даже, знаете, сразу может... Я вообще забыл, что здесь что-то не будет. Блин, сейчас пес умрет. А-а-а. Не хотелось его терять так быстро. Ну да, он там остался. Даль. Давайте туда подниматься. Опа, стоп, там что-то было. Нет, там. Просто оставили какую-то писюльку интересную. Так. Да, давайте разбираться наверх, смотреть, что там. Там тоже же, кстати, можно призвать, зачем. Йоу. Я только себя заруинил, я сейчас мог призвать. Сейчас могу призвать только вельмож, но они нам, в принципе, могли. Растущие вельможи эти. Так, а вот эта магия пошла какая-то арена. Там, кстати, арбалет надо было попробовать. Так. Стрелок занят. Так. Блять. Некрасиво получилось. У вас много, ребята. Вы сами по себе слабы. Свиток что-то королевской семьи. Угу. Так, сначала магия, потом все остальное. Пытаемся еще. А как к тебе забраться, друг? Угу. Понял. Понял, не дурак. Тоже таких телов что ли призвал? Или это наш? Наши, да, они, получается, телепортируются, перемещают. Кайф.
Да, вот они перемещаются вслед за нами. Вообще сумасшедшие мы на этом коне. На нашем потоке. Кстати, давайте его покормим. Да, дорогой, не забываем. Тебя не забываем. Так, лишь иногда просто отвлекаемся. Но чуть более важные другие дела. Так, не надо тут сдаваться, белый флаг вот этот. Негатива. Чё, воин из Кайден остался? Горел на работе. Ух, отлично. Все лутаем, перчатка из Кайдена. Там сет собрать у нас там. Я даже не понял, от чего угадал. Так, сундук в последнюю очередь. Иначе опять будет что-то переносящее нас куда-то. Если вы понимаете, о чем я. Если не понимаете, то нужно посмотреть третью серию прохождения Elden Ring. Ссылочка на плейлист в описании. Платонный щит уже, кстати, не первый. Можно все это мероприятие продать. Стираем. Готов. Тут эта чаша. Угу. Нет, давайте сначала с этим вот этим разберемся. Так, тут мы забрали. Давайте сразу посмотрим, что мы там взяли. Ты, может быть, магии в какой-то? Вот, свиток королевской семьи. Волшебный свиток королевской семьи Кари, возглавляющий Академию Рейлу Кари. Отдайте его опытному колдуну, чтобы освоить следующее заклинание фаланга сеющего клинка и Крианский резак. Угу. Получается, можем этой Селания дадим. И она еще новые заклинания откроет для продажи. Может, солдату Годрика? Да, это нужно будет крепость круглого стола и продать кузнецу. Тут все, да? Да, тут все. Давайте изучим содержимое сундука. Большая шпага. Прикол. 15 силы. Популярное дуэльное оружие. Как рапира поменьше. Этот меч наносит колющий урон и можно сражаться, подняв щит. Но нам, да, не наш формат. Давайте посмотрим, кто еще с арбалетом. У нас сейчас среднее снаряжение идет. Да. И вместе с этим у нас же будет тоже среднее. Да, не повысится. Так, нам нужно болты поставить сюда, получается. Прямо тут болты. Я забыл, ребят, как там нас обучали стрелять. Ой, здесь ловушка, оказывается, была. Прикольно. Так. Я забыл. Я не понимаю. Зачем сюда нужно просто... Куда стреляет? Ага, понял, куда мы смотрим. Хорошо. А, это чтобы выстрелить другими болтами, я понял. Так,
хорошо, у нас же должны быть подсказки в инвентаре, да? Мы можем там как-то стрелять. Да, первым, вторым, точно прицеливаем ЛБ. Ага, только. Не тухать. Это балетом нельзя целиться. Ну его тогда проще ставить сюда все. Он же может стрелять этой рукой. Вот у него не получается. Это странно. То есть вот да, он передел выстрелил. А там он будто бы он может только одним типом стрелять. Но нет, тупость, наверное, какая-то может. И так делай просто. Так, хорошо. Ну, сила нам не только для этого арбалета пригодится. Ой-ой-ой, мечта. Я забыл уже там, что это песня. Да, забыл, дружок. Ой-ой-ой, чуть не упал. Значит, как... Так, получается, эту сторону мы купили, да? Много. Тут тоже можно. Там не спуститься, там можно просто пройти. Какой, ребят, тут пусы. Здесь. Мы пытались вниз. Ну вон же вниз. Ну ладно, хотя бы пытались, наверное. Были рады собой. Так, нам нужно к Селане сходить, отдать ей свиток, который мы нашли. Так, ну перед этим сейчас это все. Все? Пёсенька нас перепку. А! О, мы не погибли. Кайф. А чё, на них здесь ничего нету, что ли? Здесь можно призывать всех подряд. Тут можно пройти по низу. Так, нужно будет сюда еще вернуться, посмотрим, на ступеньках есть. Так, а мы уже час пишемся. Надо потихонечку закругляться. Да, вот тут можно спуститься будет. Угу. Можно, можно. Тут очень много волков. Нам, наверное, пока этого не нужно. Может быть, минку какую-то поставить, что проход. И вот так, наверное, просто. Я это, наверное, знак NPC. Так, мне интересно, все ли на флажках собрали. Но вот тут вот стрекоза золотая. И определенно нужно. Да, все-таки несет туда, куда мы смотрим. Просто так.
Я ничего не выпал. Да, золотой стрелок, я ничего не выпал. Прикольно. Вот тут ради себя, значит. Ты вот так с нами. А вот тут. Ух ты, опять гачи-мучи. Я не вижу. О, еще один сумасшедший. Попали. А, золотые восстанавливают. Нет. Думал, они немного восстанавливают просто очков концентрации, но нет. Ой. С арбалета. С арбалета. На потоке целиться можно. Просто нельзя. Либо опять какой-то баг. Тут типа залипание клавиш, знаешь, происходит. И что он будто бы в каком-то вот падающем режиме, ну, хотя ничего такого нет. Так, чё, к Сулане возвращаемся. Возвращаемся к Сулане. Тут что, все получается изучили, да? Вот этот кусок точно видно. Интересный. Тоже все. Узилище, да. Можно, кстати, попробовать с кем-то повоевать. Либо в этом узилище, либо в том, но я... Это все. И на нашем уровне. Можно попытаться. Кстати, да, вот мобы тут появились, хотя их раньше здесь не было, этих вампиров. Летучих мышей. Так вот. Может быть, где-то и Босяцкого мы там какого-нибудь пустили, потому что мы ходили ночью. Так, подвиньте. Да-да-да. Вы маги, ты дитя неразумное. Младенец, которому еще только предстоит научиться ходить. Если хочешь овладеть чарами, сперва признайся с невежеством. Ну что, приступим к обучению. Отдать свиток. Отдать. Что это у тебя, свиток? Вспоминаю свои годы в Академии. Прекрасно. Я и сама знакома с этой магией. Только чуть-чуть. Интересно, это она как-то повлияет, да, наверное, свиток можно было кому-нибудь более отдать. Обязательно включу ее в один из наших уроков. Интересно ли познательности мой ученик? Наверное, можно было бы другому передать, да. Кажется, все, да? Сколько у нас там сейчас? 600. Давайте применимся. А, левелочек-то нам хватит. А, давайте, наверное, в этой. Что нам следующее с нее начинать? Вот это мы закончим. Тем, что... Сейчас пойдем к кузнецу и продадим все, что нам, ну, реально не... Возможно, мечевидный ключ купим. Вот открыть, да? Каждый раз забываю, что телепорт делается. Да. Телепорт делается просто через карту. Я карта. Так, кузнец, ты тут. Да. То же самое. Чинить оружие. Почему мы не можем? Личный камень 2. Второго уровня, наверное. Твердость духа можем. А, и вот эту гравитас можем. Кстати, прикольно. И магию еще можно нанести урон. За счет мудрости. А у нас мудрость. Ладно.
Так будет больше, да, получать за счет силы и лов. Давайте попробуем вот этот пепелой. Ну, может, можем ее в любой момент снять, мы уже поняли. Можно не бояться. Мысли пепелайны продавать. Так, это вот не трогаем. Дубину и крупную подаем. Малый подаем. Большой топор. Ладно, давайте оставим. Убивать подаем. Большая шпага подается. Это оставляется. Чит. Ну, без щита пока играю. Думаю, нет смысла, найдем лучше. Слишком тяжелое. Все-таки с этим. Я продаю. Нам бы что пока полегче. Так, талисманы все оставляем. Это все при нас. Так, усилить оружие. Нет смысла, да. Мы сейчас, знаете, что возьмем очевидный ключ и тут дальше откроем. Тут же открывается дальше. Очевидным ключом, правильно? А чарочек, кстати. Молитва. Стоп, это молитва. Ну да, молитва. Молитвы. Да, наверное, врывается пламя. Бросает шар. Затратность. Союзникам нет смысла, да? Для накопления яда. Или что-то отравление. Это сопротивление магии по не огню. Что-то пока не понял. Не особо что-то. Пало это. Мечевидный. Куда смотри? Это смотрите. Так. Я бы купил, но не понимаю. Так, все, очевидно, ключ один есть, там еще два есть. Понятно, больше рун. Знаю, да, что очевидные руны где-то нужны в количестве двух штук, а где-то в количестве одной штуки. Так, Альберика мы здесь уже победили. Поэтому у нас больше сюда не призывается, не появляется. Да, кажется. Стоп. Блядь, я не сюда пришел. Вот дурная голова. Сюда пришел, нужно через кузнеца пройти. Давай, давай. Угу. Вниз. Вниз налево. Там мы, получается, открыли и получили арбалет черного крепуса. Не можем, понятно. Хорошо, тогда нужно нафармить. Нафармить сколько? 5000? Блин, ребят, я не хочу так серию заканчивать. Давайте. Нет, ладно, ладно. Следующую начнем. Я обещаю, что за кадром нафармлю 2000. Куплю ключ сразу здесь. И начнем следующую серию с того, что строим как раз таки эти головы, и пройдем, посмотрим, может быть, еще какое-нибудь столовое оружие найдем. Круцецкое. Ну и что? С вами был Бездельник, всем безделья. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте комментарии. В описании под роликом сможете найти полный плейлист прохождения Elden Ring, а также различные ссылки на соцсети, да и много чего прикольного. И
Еще раз большое спасибо за просмотр. Всем безделья. Пока.